Реконструкция дороги к селу Большетархово подходит к завершению. Больше 13 километров нового асфальтного покрытия заменили по просьбе жителей села. Строительные работы начали в сентябре 2015 года. Весь процесс разделили на три этапа. Строители применяют современные технологии. Так, дорожное полотно укрепили геоспаном. Это специальный материал, который предотвращает разрушение и размывание. Строители уже устанавливают барьерные ограждения и дорожные знаки. На сегодняшний день реконструкция подходит к своему завершению. Отмечу, это один из крупнейших инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются в Нижневартовском районе. На текущий момент нашим предприятием ведутся работы на последнем участке. Закончены в полном объеме работы по дорожной одежде, по асфальтобетонному покрытию. Продолжаются работы по укреплению обочин щебнем, откосной части, торфопесчаной смеси и георешетками, а также установкой барьерного ограждения и дорожных знаков. 10 сентября планируем завершить работу.